В 2020 году премия губернатора Московской области вновь объединяет вокруг себя участников со всего региона. В этот раз она поменяла свое название и теперь называется «Мы рядом». Премия будет проходить в несколько этапов. Первый этап стартовал с 14 июня и продлится до 14 июля. Именно в это время участники конкурса могут подать свои заявки в электронном виде на сайте конкурса. С 14 июля по 28 июля пройдет народное голосование. В этот период будет отобрано 1000 заявок, которые станут номинантами. Из этой 1000 будет выбрано 180 победителей с призовым фондом 1 миллион рублей. В конкурсе предусмотрено 4 номинации: культура и образование, социально ориентированный бизнес, волонтерство и благотворительность, медицина и здравоохранение. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, премия «Мы рядом» родилась благодаря неравнодушным людям, которые, несмотря на свои хлопоты, занятость, на безумный и быстротечный мир, находят время дарить добро и внимание. Как и прежде, премия вручается тем проектам, которые социально ориентированы, и вручается людям, которые совершили значимые поступки, совершили какой-то подвиг своим трудом и своим действиями, оказали помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Правила остались те же. Участник должен быть старше 18 лет и зарегистрирован на территории Московской области. Все условия описаны на сайте конкурса. Человек может заявиться сам, как участник. Участником может заявить руководитель организации, где работает этот участник. Также участником могут заявить два руководителя организации, членом которого он не является, но где он принимает участие. То есть это, как правило, общественная организация. Вместе с названием поменялся и сайт конкурса премия-мырядом.рф, где участники могут подать свои заявки в электронном виде. Необходимо пройти регистрацию с указанием персональных данных. Совершенно новый сайт. Надо заново зарегистрироваться, внести свои персональные данные, частично персональные данные. Можно зарегистрироваться как участник конкурса и зарегистрироваться для того, чтобы проголосовать за понравившийся проект. Свой голос можно отдать только один раз, но неопределенному количеству проектов. В целях проведения конкурсного отбора и подготовки предложений по присуждению премии создается жюри. В его состав входят известные режиссеры, спортсмены, врачи, менеджеры, общественные деятели, деятели культуры и искусства. Привет, это Олег. Олег решил стать волонтером и в связи со сложной ситуацией в мире героически помогает в борьбе с пандемией. Каждый день, рискуя своим здоровьем, Олег ходил за необходимыми продуктами и лекарствами. Помогал пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома. Олег не один. Многие неравнодушные жители Подмосковья ежедневно бросают вызов проблемам современности и приходят на помощь тем, кто в этом нуждается. Премия «Мы рядом» учреждена губернатором Московской области и направлена на поддержку людей, совершивших героические поступки, бескорыстно пришедших на помощь, преодолевших трудные жизненные ситуации и внесших неоценимый вклад в развитие региона. Призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей. Премии поделят между собой 180 участников по 1 миллиону рублей каждой. Заявки подаются по следующим номинациям: волонтерство и благотворительность, медицина и здравоохранение, культура и образование, промышленность и социально ориентированный бизнес. Конкурс проводится в период с 14 июня по 1 ноября. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зайти на сайт premia-myryadom.rf и заполнить заявку до 14 июля. В трудной ситуации важно знать, что ты не один. Рядом есть те, кто готов протянуть руку помощи.